Брат поділиться свідченням, можливо, розкаже про деяку специфіку праці серед єврейського народу. Ми послухаємо спів і вірю, що всі разом переживемо Боже благословення. Брат Аркадій, хай Бог благословить. Прошу вас. Дорогі браті і сьогодні, розроблений Господом, привітаю вас, любові Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мир вам! Нас сегодня большая честь быть среди вас. Когда мне брат позвонил, предложил приехать на эту миссионерскую конференцию на общение с вами, мое сердце также наполнилось радостью. Можно прийти в Дом Божий и воздать Богу славу. Слава! Перед вами стою я, самый обыкновенный грешник, которого Бог нашел в этом греховном мире. Скажу маленькую информацию для начала. 100% евреев советских же это атеисты. 100% евреев не знают Бога. И это есть трагедия народа, для которого впервые пришел Господь. Единственный народ, который знал Бога, это был народ израильский. А сегодня на теренах бывшего Советского Союза это люди атеисты. Советская власть сделала свою работу. И это есть трагедия народа. Некоторое время назад я думал и рассуждал, как мне было уверовать в Бога, когда я не знал, что есть Бог. Я не знал, что есть спасение. Я не знал, что есть вечность, я не знал, что есть ад, я не знал, что есть рай. Я никогда не видел верующих людей, я никогда не видел Библию, я никогда не имел общения с верующими людьми. И вот меня, так же, как и народ, не знавшего Бога, утопал в грехах и беззакониях я. И Бог меня таким нашел. Бог начал работу надо мной, привел мне церковь пятидесятников в Житомире. Это было 17 лет назад. Слава нашему. Слава Богу. А сегодня я могу стоять перед вами и свидетельствовать о чудных делах Господи. В процессе нашего сегодняшнего общения буду свидетельствовать о том, что Бог делает в моей жизни, в жизни нашей общины. И пусть это будет только для свидетельства работы Божьей, а не для нашей славы. Ибо мы без Бога ничего не можем, ничего не знаем. Сейчас я представлю нашу музыкальную группу. Это сестра Наташа, жена моя, которой Господь мне дал, и брат Борис. Пожалуйста, мы сейчас слушаем псалом, быстро продолжим наше общение. Псалом. Для нас тоже огромная привилегия и честь вместе с вами славить Господа. И знаете, дорогие друзья, песни, которые мы будем исполнять, может, не так часто у вас на слуху, как остальные песни из репертуара, из христианских песенных сборников. Мы будем петь, и некоторые куплеты будут звучать на языке, на котором общался с Господом Моисей, на языке, которым пел псалмы царь Давид, язык, на котором проповедовал Иисус, Иешуа, так он звучит на иврите. Мы будем, начнем, пожалуй, с такого чудесного еврейского псалма «Мой возлюбленный очи милосердный». Oh.
бледны, очи милосердны. Я на, мы боя, мы боя.
тебя рад. Погибавших, не знавших,
не искавших, сегодня Бог обращает. И сегодня для нас привилегия и честь находиться в вашей поместной церкви. И даже если тех миссионеров, которые трудятся в разных концах, и в Житомирской области, в других местах, и вместе говорить о чудных делах нашего Господа. Друзья, слава нашему Господу! Нам надо пережить это. Мы можем слышать нашими физическими ушами, но хорошо, когда мы слышим духовными ушами, когда наше сердце открыто, и мы знаем, что Господь хочет для нас, и что говорит Господь нам, и где желает нас Господь употребить для славы Божьей. Друзья, еще многие люди не слышали о слове Божьем, и в частности, Брусиловский район. Я думаю, до недавнего времени, пока будет сюда Господь не прислал своих миссионеров, была проблема, Господь, с церквями, проблема, может быть, с миссионерами, но Господь имел милость, и мы воочию видим, что построен молитвенный дом, я первый раз на этом месте, и будет же в этом молитвенном доме есть дети Божьи, и я должен буду предлагать еще спасенные души. Сегодня мы еще поговорим о Израиле. Что же Израиль? Чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал ему дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Друзья, я хочу сказать здесь немножко вообще о Израиле. Я думаю, что может кому-то из Бог вас позволит кому-то быть в Израиле. Но хотел бы сказать, что Бог делает сегодня в Израиле. Первый раз мы приехали в Израиль, там было где-то, наверное, до десятка, но это христианских общин. Сегодня больше, чем 400 церквей. Больше 400 церквей. И вы знаете, что интересно, что в основе этой церкви русскоязычные. Основная масса людей приехала из бывшего Советского Союза. Говорят, что церкви есть испаноязычные церкви, есть франкоязычные церкви. Евреи съезжаются со всего мира. И Бог свою работу делает во всем мире. Израиль – это барометр. Все события, описанные в Библии, происходили, происходят и будут происходить в Израиле. И Израиль – это из барометров, да? Как смоковница, да? Поэтому нам важно, читая Слово Божие, изучая Слово Божие, наблюдать за теми событиями, которые происходят сегодня и будут происходить в Израиле. Но хочу вам, друзья, сказать, что усыпление в Израиле до времени, да? Наступает сегодня время, когда Бог снимает пелену зла народа израильского. Обращает, забирает гордые сердца и дает смиренные сердца. И приходит к Израилю, поворачивает свое лицо Израилю, как и Бог открывает. И в откровениях открывает Господь, что сегодня Бог обращает свой взор на Израиль. Милость Божья. Но пока милует Бог и не забывает Украину. И в этом милость Божья. Поэтому, друзья, давайте дорожим этим временем. Очень благоприятным временем. И сегодня назначение церкви, назначение вас, друзья, молиться за Израиль. Благословлять Израиль. Ибо написано в Писании, благословлю кого? Благословляющих. А злословящих и упоминать не будем, да? Ибо мы не призваны злословить, мы призваны благословлять. Поэтому наше важное значение, при благословении Израиля получим мы благословение. Это очень важный вопрос понимать, что назначение сегодня церкви проповедовать Слово Божие, трудиться над грешниками, совершать труды в реабилитационных центрах, наркоманами, с разными людьми, но и благословлять Израиль. Это повеление Божие. Поэтому Бог благословит вас и даст вам такую жажду и потребность взывать Господу. Просите мира Иерусалиму, просите мира Иерусалиму. Так сказал Господь. Благословите мира Израилю и благословляйте Израиль. Благословляйте тех же палестинцев, которые там живут. Они также нуждаются в покаянии. И в одном посещении Израиля я видел палестинские христианские церкви. И люди очень искренне обращаются к Богу и теперь благословляют Израиль. Поэтому пусть Божий мир будет в каждом из вас, в ваших сердцах. Друзья, споем еще славу. Давайте славу уже споем. Следующий псалм тоже очень древний. О нем упоминается в книге Езды, в 3 главе, когда был отстроен Иерусалимский храм. Первое богослужение в Иерусалимском храме отстроенном началось вот именно с этого псалма. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Oh,
не спит и не дремлет хранящий Израиль. Смоковница, друзья. Слава Господу. Слава Богу. Мы должны наблюдать за этим, наблюдать и понимать это. И мы сейчас споем песню, которая называется «Виноградник». Каждый из нас, друзья, есть кто-то природная ветвь, кто-то привитая, но привиты на одну мы ветвь и питаемся одним соком. Да или нет, друзья? Да, да и аминь. Слава Господу. И Господь ожидает увидеть от нас плоды. Хочет, чтобы этот виноград был сочным и сладким.
Господа явится честь и красоте.
народе связывает все проблемы своего народа. Начиная от инквизиции, погрома, антисемитизма и все, что на протяжении тысячелетий происходило с израильским народом. Люди, которые называли себя христианами, убивали, сжигали на кострах, заставляли евреев насильно менять веру. И это очень бывает трудно людям, хоть они и атеисты, но уже история делала свое дело. И многие христиане думали, что этим служат Богу. Гитлер, немцы, когда убивали евреев, на бляшках у них было написано «God mit uns», «Бог с нами». Пошла такая теория, что, наверное, с 325 года от императора Константина евреи христопродавцы, их распял Христос, и теперь мы вместо них, Бог от них отверг. И я хочу сказать, что такая теория до сегодняшнего дня существует. Есть где-то совместительная жертва, где-то по-другому понимают. Я слышал, что адвентисты сегодня учат мы духовный Израиль, сегодня некоторые церкви учат мы новый Израиль. А тогда задаю себе вопрос, а где же Израиль? Израиль есть и был, и будет. Но очень важно для нас понимать, что евреям трудно бывает прийти, и потому что к Богу, потому что, во-первых, они атеисты, во-вторых, все, что словно христианин, люди понимают, это надо изменить вере предков, это надо перестать быть евреем. У нас недавно была конференция, где был один брат, и были братья-служители Союза христиан веры евангельской, где подробно можно было судить на вопросы, отверг свой народ Израиля Бог или не отверг? Не отверг, друзья. Не отверг. Бог не избрал народ свой на какое-то определенное время, а избрал на все время. Пока как народ будет на земле, да, Господь будет с ним. И слава за это, друзья. Что Он сегодня есть верный Бог, Бог, который не меняется, Бог, который любит, который милует и прощает. Очень важно сегодня всем народам задуматься, что хочет Господь от нас. Во-первых, я, друзья, хочу сказать, есть большая проблема и в нашей местности, и на Украине, непонимание этого вопроса. И следствие непонимания этого вопроса есть дух антисемитизма сегодня, к сожалению, и в церквях, и среди народа Божьего. Друзья, надо просить Господа, чтобы Он от этого освобождал нас. Потому что не может, это есть одна из серьезных преград для Божьего благословения. Потому что очень важно понимать, то мысли, или то понимание, или тот настрой, который был в народе, не знавшим Бога, не может оставаться в народе, знающим Бога. Для этого Бог открывает сердца народа, понимая, что Бог из двух желает сделать одно. И в Иисусе нет ни иудея, ни еле, так написано в Писании. Да? Это очень важно понимать. Поэтому понимать, по отношению к Израилю, по отношению к израильскому народу, у детей Божьих должно быть, ну, во всяком случае, с любовью, не с ожесточением и не с неприязнью. Я немножко расскажу историю нашего служения. Когда Бог меня призвал, я сопротивлялся, у меня очень такой тернистый путь, Господь вел мне, и слава Богу, тот путь, который мне вел Бог. Для меня было такое ощущение, интересно, с таким очень своеобразным путем меня Бог призвал. Но всегда в моем сердце была мысль о погибающих овцах дома израильского. Я всегда думал, как это слово донести других людей. Не знал как, не знал с кем, не знал кому, не знал где. Но такое желание в моем сердце было. Начиналась работа у нас, гуманитарные работы, но уже где-то 11,5 лет назад Господь сам начал эту работу. У нас была небольшая квартира в офисе, и мы начали приглашать людей. И я обратил внимание, может это полезно для миссионеров, потому что здесь есть миссионеры, которые грузятся, может быть, в разных местах, встречаются с разными людьми. Я запомнил первую нашу встречу, когда был один брат-служитель из Соединенных Штатов, и было 5 пожилых еврейских женщин, которым он должен был поговорить о Господе. Эти женщины вообще не знали ничего о Боге, это были атеисты. А он стоял 40 минут на коленях в соседней комнате и молился. Я разогнул комнату, смотрел, молится. Через какое-то время заглянул в комнату, он опять молится. Я через полчаса заглянул, он опять молится. Я думал, неужели он, доктор богословия, не знает, что сказать людям, которые ничего не знают о Боге. Но он молился, что угодно было Богу, чтобы он сказал именно в этот час, именно этим людям, чтобы Бог управил его сердце. Я думаю, что очень важно и нам любое дело начинать с поста и молитвы. Нигде не надеяться на свои способности, на свой опыт, на свою мудрость, то, что мы не знаем, не скажем, что есть Бог,
что мы не скажем, что есть грех, как сказать, кому сказать, чтобы Дух Святой говорил через наши уста, а не мы говорили на деле со своей способности. И вы знаете, вот это первое наше такое служение, которое было с пожилыми еврейскими женщинами. Вследствие этого служения этого, одна женщина думала о Боге и о своих отношениях с Господом. Может быть, остальные четверо людей не очень даже поняли, о чем идет речь, но это был день для нее. И в этот день, в конце этого служения, когда он спросил, кто-нибудь осознает себя грешником, кто-нибудь хотел бы иметь покаяние и мир с Богом, одна нас сказала, что да, и начала плакать. Совершили молитву покаяния, и через день она пришла и сказала, что она парализована. Она прожила еще неделю, мы ее хоронили. Но когда она пришла, когда мы пришли к ней домой, когда она ее парализовала, попросили нас прийти к ней домой, она лежала в комнате. Мы зашли к ней, это была зима, она плакала, увидела нас, у нее текли слезы, она еле-еле губами шевелила, аллилуйя, и ушла вечность. Ее дочь пришла к нам после похорон, поблагодарить нас, что мы помогали хоронить ее мать, и услышала, что мы на служении говорим за Иисуса. И сказала, больше я туда не пойду. Моя дочь, проживающая в Израиле, мне сказала, мы евреи за Иисуса слушать не можем. И каждый служитель приходит, и каждый служитель говорит, я больше не приду. И каждую неделю приходит, и каждый говорит, я больше не приду. И она так ходила несколько месяцев. Никто же не знал ее мысли. Никто не знал, какая у нее внутри борьба была. В один день она приходит, она работала в сельскохозяйственной академии у нас. Это было время 94-й год, 95-й год, а потом уже было 90-й год, когда не имели люди, не работали. И она говорит, приходит день, приходит, я уволился с работы, я буду работать с вами. Я говорю, хорошо, но у нас нет работы, говорит, я не знаю, я уже уволилась. То есть Господь ее конкретно вел. А не совсем, я думаю, она понимала, что с ней происходит. Она, может, не могла дать адекватную оценку своим действиям, но Господь конкретно говорил к ее сердцу. Ее дочь в то время была в Израиле, когда начала с нами так сотрудничать, работать, каждое утро, приходя в офис нам на работу, она говорит, давайте помните за мою дочь. И мы молились 9 месяцев, день в день за ее дочь. Дочь жила своей жизнью в Израиле. И один раз у нас была наша танка миссионер, которая уезжала из Житомира, уезжала в Иерусалим по другим гости. И там она и дает Библию бабушке, которая осталась, и говорит, встреться с ней, засвидетельство ей о вере. Скажи, пока я не бабушке, подари бабушкину Библию. Они встречаются в Тель-Авиве в христианском кафе. Это миссионер сосвидетельствует ей о Боге. Она тут же кается по кресте Духом Святым. Слава Богу! Это практически были от начала до строго, сегодня находится служение ее муж. Тоже, как кстати, закончивший киевский юбилейский. Чудо дела Господь. Я могу вам много свидетельств говорить, но я расскажу еще об одном свидетельстве, когда у нас покаялся у нас один человек, один еврей, которому было 97 лет. Когда покаялся 97 лет, мы преподали ему дома крещение. Он плохо слышал, он плохо видел, но Бог дал ему, мы приходили к нему домой, свидетельствовали о Господе, читали Слово Божие. И мы видели, как Господь работает с ним. Он так молился Иисусу, что люди плакали, находясь рядом с ним. Такая искренняя была молитва. Один раз приехала группа людей из Польши, из Германии, пустили мы его дома. И один пастор с Западной Германии, с Мюнхен, с Гамбурга, спрашивает его, где вы были во время войны? Ему было уже 100 лет. Вот я во время войны был в Грузии. В Житомире убили моего отца и двух братьев. Он подходит к нему, становится перед ним на колени, у него слезы, он говорит, мой отец был офицером вермахта во время войны. Может быть, он убил вашего отца и ваших братьев. Простите его и простите мой народ. И он отвечает, я ему простил, когда принял Иисуса, пусть ему Иисус простит. Я когда слышал это свидетельство, у меня дрожь шла по всему телу. Я никогда раньше слышал таких обращений и таких слов. Поэтому, друзья, я хочу сказать, когда Бог обращает сердце, Он обращает любое сердце. Для Бога нет ничего невозможного. И это сегодня время, в котором мы живем. Обряды обратимся к Слову Божьему. И так спрашиваю, неужели они припнули, что вы совсем пали? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. И хочу вам сказать, друзья, я много раз бывал в церквях и видел искренние сердца в церквях, искренних служителей, искренних братьев, сестер. И вы знаете, чем говорится Господу? И нам да искренне придет.
Благодарение Господу, что в церквях дал истину, и нам дал. И великое минус, и нам Господь дает по молитве, да? Это очень важно, что теперь Бог возбуждает ревность у Израиля, когда он видит сегодня ревность у других народов. Слава Богу, друзья. Если же падение их богатству миру и осуждение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Но если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя, скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию. Строгость как падшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен, опять привить их. Аминь, друзья. Слава нашему Богу. Точно так же, как и в вашей церкви звучат призывы к покаянию, точно так же, как те слова, которые читаются из Священного Писания, для того, чтобы Дух Святой произвел работу в сердце грешника, точно так же и в нашем собрании. Мы через вот такие песни, как сейчас будет звучать, желаем достучаться до сердца грешника. Голгофа. Благословлял.
Одесситка Татьяна Головацкая. Я, конечно, себе записал фамилию и имя этой сестры. Она говорит, полностью слепая. И вот еще один пример, как люди незрячие, как, вроде бы казалось, как мирской человек, понимает, обделенный Богом, может писать такие чудесные стихи, прославляя Господа Иисуса Христа. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». На всю вселенную разнесся стук. То в древо гвозди ржавые вбивают, они в ногах пробитых, в дланях рук. Зияющие раны прорывают. На том кресте Сын Божий умирал. Печали изуреченное тело, от боли содрогаясь,
дела. Чело венок терновый покрывал, вздымает грудь неровное дыхание, лучистый взгляд туманит смерти мгла. Последних сил. Не крест лишь он на гору возносил, но бремя преступлений всей земли склоняю я колени у креста. Это выше человеческого разума. Я как-то читал одну книгу,
Потом движение, которое Бог делал перед войной в Восточной Европе. Да, было большое тоже пробуждение среди евреев. Называлось это движение «Иудео-христиане». Это было в Болгарии, в Румынии, в Польше, в Венгрии. Когда пришли немцы, началась Вторая мировая война, и было вывезено в Аушвиц, Освенцим, 2 миллиона евреев было уничтожено в Освенциме, 2 миллиона евреев. Одна вина была этих людей, что они родились евреями. И вместе с этими пленными людьми, которых увозили на уничтожение, уезжали и верующие люди, иудео-христиане. Людям с Венгрии, с Румынии, с других мест говорили, что их просто переселяют жить в другую местность. Что они брали с собой документы, ценные вещи, одежду, их будут перевозить. Но когда люди оказались в Освенциме, они уже поняли, что оттуда не выберутся. И Бог употребил верующих людей в Освенциме проповедовать Слово Божье. Я не знаю слова правдивой информации, я только ее прочитал, но говорят, что около миллиона евреев уверовало в Освенциме. То есть мы не знаем, почему Бог допустил уничтожение. Мы не знаем, почему Бог допустил, чтобы погибло такое количество людей безвинных. Мы приезжаем часто в Берлич, есть место, где было расстреляно во время войны. 37 тысяч детей, из них 12 тысяч детей. Много было трагических моментов в истории еврейского народа. Бог сохранил народы сегодняшнего дня. Мы многим местам и объяснения не найдем, но мы знаем, что Бог всегда смотрит на спасение души. Верный Бог. И слава Богу, что народу не произошло ожесточение, да? А Бог являет свою милость своему народу, открывает сердца под знамя любви Иисуса. Слава нашему Богу! Любовь Господня велика над народом Божьим. Поэтому, друзья, для нас есть милость сегодня. И очередную милость есть для меня, для моих друзей, что нас Господь призвал, нас Господь нашел, за нас Господь страдал и нас Господь оправдал. И мы сегодня вместе с вами можем славить нашего Господа. Это привилегия, милость, несравнимая ни с чем. Поэтому, друзья, не будем долго занимать еще ваше внимание. Мы желаем помолиться за вас. Вы помолитесь за нас. Мы еще послушаем псалом. И прошу, друзья, молитесь за Украину, но не забывайте Израиль. Мы молимся всегда в наших молитвах за Израиль, за Украину, стабильно в наших молитвах. Мы молимся всегда за Украину, за пробуждение на Украине, за власти на Украине, чтобы Бог навел порядок божественный в Украине, за власти всех уровней, да? За церкви на Украине, за служителей. Мы молимся и за Израиль. И вы молитесь за Израиль. И пусть Бог обильно вас благословит и хранит руки свои. И чтобы в этом зале не было свободных мест. И чтобы миссионеры знали как можно больше свободных мест. И чтобы все спасли, получили спасение. И вот написано в Писании. Ожесточение Израиля для отчести. И так весь Израиль спасется. Весь, кто примет Господа. Написано, знаете, буду узрят на того, кого пронзили. И что будут? Горько плакать. Слава Богу, что Бог нашел нас в это время. И мы можем молиться, чтобы Господь пронзил это благоприятное время. Чтобы можно было еще нести Слово Божье погибающим овцам дома Израилева и погибающим овцам дома Украины, да? Да, молодец вас, Господь. Вы не устали от нас, друзья? Нет. Мы вновь будем петь на иврите. Слова, которые встречаются в Священном Писании несколько раз, в том числе и в книге Откровения. Свят, свят, свят Господь Саваоф, который есть, был и будет. Аминь. Если возможно, с вашей стороны, можем встать для славы Божьей.
благословений, дорогие друзья. Дорогие братья и сестры, ви чули свідчення і спів наших дорогих братів і сестер. І я думаю, що ми всі згідні будемо зараз звершити молитву. Так я говорю, брат Аркадій, ми молимося за Україну. От ми зараз також зробимо. Брат Аркадій помолиться за Україну, і я помолюсь за Ізраїль. Хай благословить вічний Господь. А ми всі разом, брати і сестри, помолимось і один одного принесемо перед лице Господнє. Молимося. Сердце.
Христа Богу. Слава Богу. Тримайтеся. Знаєте, все в літо буває складно, особливо, коли немає перерви, нема свіжого повітря, ну, дрімота нападає, таке інше. Але коли присутність Божа, все десь дівається, правда? Слава Богу. Брати і сестри, я бажаю сьогодні поділитися деякими думками із Божого Слова. І зараз зачитаю три тексти із Біблії, і ми порозважаємо над ними. Ми вже цілий день сьогодні тут, я розумію, що це не так просто, але хай Дух Святий дасть нам сили, мудрості, а серце хай зробить здатним приймати Його Слово. Отже, книга Ісуса Навина, читаємо 24 розділ, 15 вірш. «Якщо же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам аморреев, в земле, в которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». Це книга Ісуса Навина. Читаємо, брати і сестри, книгу Чисел. Ще один текст. Книга Чисел. Другий розділ із 2 вірша. З першого. «І сказав Господь Моїсею Аарону, говоря, сини Ізраїлеві должны кожен ставить стан свой при знамені своєму, при знаках сімейств своїх. Пред скинією собрання вокруг должны ставить стан свой». Останній текст – це перше післання до коринтян, останній розділ, 16-й, 15-й текст. «Прошу вас, браті, ви знаєте сімейство Стефану, що воно є початок Ахаї, і що вони посвятили себе на служення святим». Ось такі тексти з Божого Слова, дорогі брати і сестри. І сьогодні, власне, коли акцент робиться на місіонерстві, на проповіді Євангелії, на тому, щоб засвідчити, поділитися тим, що одного разу отримали ми від Господа, можливо, думки, які я буду озвучувати, не будуть аж надто співзвучними з тим, що ми сьогодні чули, тим не менше, я думаю, це буде корисно для нас. Сьогодні буде йти мова про сім'ю, про дім. І якою може бути ця сім'я перед Богом? Яким чином може використовувати її Господь? І так далі, і так далі. Бо, власне, це ми говоримо на шлюбах. Сім'я – це те, що було від початку створене Богом. Кажуть, інститут сім'ї. Це було започатковано вічним Богом. Ми до цього повернемося трошки пізніше, але я зараз, брати і сестри, найперше хочу зупинитися на такій непересічній особистості із Божого Слова, як Ісус Навин. Людина цікавої долі, драматичної долі, людина, яку повищив Господь після Моїсея до вождя народу ізраїльського. Для нас, особливо служителів, проповідників, тих, хто бачить себе в служінні, ця постать дуже і дуже цікава ще й тим, що про нього сказано, читайте, будь ласка, книга «Вихід» 24.15, про нього сказано, що він був служитель. Але не просто, не сказано, що він був служитель Божий. Це знайшов так швиденько, можливо, їх і більше. Сказано, Ісус Навін – служитель Моїсея. Виявляється, Моїсей мав біля себе добродруга, слугу, не боюся вжити це слово, бо слово «служитель» означає «слуга», той, хто служить. Служитель Моїсея, Ісус Навин. Це людина, яка була з Моїсеєм. Це людина, яка не боялася йти за ним, йти в добрі часи, йти в трудні часи. Він прислуговував, якщо можна вжити це слово, або служив Моїсею. Для себе готував вищу ступінь служіння. Браття,
Будьмо уважні. Для того, щоб одного разу вода Йордану розійшлася перед вами, як це було перед Єлисеєм, то треба маленьку кружку води зливати на руки Іллі. Пам'ятаєте цю історію про Єлисея? Він подавав воду на руки Іллі. Він, власне, служив для Іллі. Якщо ми хочемо зростати в служінні, це, можливо, трошки інша тема, ми повинні навчитися бути служителями, служити. Це стосується всіх буквально, братів і сестер. Ми вибрані для того, щоб нам служити. На тому місці, в тих обставинах, де хоче бачити нас Господь. Ви пам'ятаєте, як Ісус Навин в числі 12 розвідників пішов у обіцяну землю, Ханаанську землю. І як вони повернулися, всі були одні й ті ж самі очі. Всі однаково дивилися і бачили розкіш її землі, гарні плоди. Але 10 людей говорило все. Назад в Єгипет, кінець. Там такі люди, та там взагалі нам туди не появлятися, не потикатися, так сказати. Нас живими там з'їдять. Все, тільки двоє людей. Ісус Навин. Хай говорили інакше. Правда, земля прекрасна, правда, там великорослі люди, але з нами Господь. І пам'ятаєте, що сказав Бог? Тільки двоє з тих, що ходили, а більше того, з багатьох сотень тисяч людей, які не повірили, які ремствували на Бога, вони 40 років будуть тут кружляти в пустелі, доки не повернуть. З тих двох, що ходили, тільки Ісус Навин і Халєв вийшли в землю обітовану. І каже нам слово Господнє на Ісуса Навина 6:26. Господь був з Ісусом, і слава Його носилася по всій землі. Я коротенький такий екскурс роблю для нас, щоб нам зрозуміти цю особистість. Отже, пройшло життя, йому вже було 80 років, більше чи менш трошки. І коли розподіляли землю, він прийшов. І вів. І те, що доручив йому Господь, він виконав. І написано, вже закінчили життя. І склав Ісус заповіт з народом. І ось ця людина, я вважаю, вже вкрита сивиною. Людина, яка пройшла нелегкий шлях, людина, яку, власне, вів Господь, говорить, може, свої останні слова. Все найтяжче вже позаду. Труднощі переходу, багато років блукання в пустелі, війни, взяття цієї землі, практично майже все позаду. І він звертається до людей, до народу, вождем, якого він став. І каже, а тепер ви маєте вибрати для себе. Бачили багато, чули багато, розумієте багато. Виберіть тепер, кому ви будете служити. Він розумів, що означає служити. Ви можете служити богам, які там ваші батьки вклонялись за рікою. Ви можете служити богам серед народів. Ви живете тут, вони поклоняються своїм богам, можете цим. Але я думаю, що в цьому слові, брати і сестри, була, може, гірка іронія, або був такий відтінок якогось смутку, можливо, передбачав він пророче, що все-таки ухиляться в майбутньому. Але він каже про себе, а я і мій дім будемо служити Господу. Я і мій дім будемо служити Господу. Я, власне, брати і сестри, хотів би акцентувати сьогодні нашу увагу на цьому слові. Я і мій дім будемо служити Господу. Що означає «я, мій дім»? Це говорить людина, це говорить лідер політичний, людина зріла, людина, як я вже зауважив, яка багато дечого побачила в своєму житті, людина, з якою близько був Бог. І він, як глава сімейства, виступає зараз. Не просто як вождь політичний, він виступає як глава сімейства. Це служитель у власному домі. Я, каже Ісус Навин, і мій дім. Власне, людина чітко, ясно і конкретно говорить про позицію свого дому. Він розуміє, хто його поставив. Він розуміє всю відповідальність, яка на ньому. Він розуміє,
і бачить напрямок. І тому, будучи людиною відповідальною, будучи людиною тою, яка була на своєму місці, він каже, я і мій дім. Що мається на увазі, брати і сестри, мій дім? Просто, ну от ми зараз в домі, так? Це наш дім, скажімо, загальний. Дім молитви. Чотири стіни. Я і мій дім мається на увазі, тут немає великого секрету, сім'я мається на увазі. Не просто дім, хоч я хочу сказати, що дім – це також немаловажно. Той дім, в якому ми живемо. Я одного разу їхав в автобусі і зауважив розмову двох жінок. Вони щось між собою говорили, я прислухався до їхньої розмови, і одна так показувала вікно, каже, дивись. Та форма, а що? Дивись, он там в тій хаті батюшка живе. А я ж зацікавився. І так приїжджали, і та так повертала до голови. Справді така невеличка, скромна хатинка, дуже чисто, акуратно, штикетний, побілений. Все на своєму місці, тому що там живе батюшка. Я говорю про те, що я і мій дім, брати і сестри, навіть інколи стіни нашого дому показують на Бога, якому ми служимо. І порядок на нашому дворі показує порядок в нашому серці. Пам'ятаємо, чистота сердечна починається з чистоти на кухні. Але це я вже заходжу зовсім-зовсім в іншу тему. Я і мій дім. Ця людина зрозуміла, що повноцінне, повнокровне, якщо можемо вжити таке слово, служіння Богу заключається, коли я і мій дім, тобто моя сім'я – це моя дружина і мої діти. Як ми вже говорили сьогодні, акцент іде на такому місіонерському служінні. Тобто, слово «місіонер» ви знаєте, що означає, брати і сестри? Або слово «апостол»? Я місіонера не питаю. Посланий. Посланий, дякую. Це означає «посланий». Тобто, Ісус Христос знаходив людей, і посилав їх, не знаю, Йоанна, туди, куди сам хотів іти. Він так планував. Я хочу йти в те селище, в те містечко, але перед тим він посилав своїх посланців, апостолів, або місіонерів, говорить сьогодні. Тобто це люди, які послані, які мають свою місію, свою задачу, своє конкретне завдання – донести Слово Господнє. Отже, місіонерська сім'я або сім'я людей, які служать Богу. Я так розумію, брати і сестри, коли ми говоримо, Бог посилає, то коли Бог посилає сім'ю, то що спочатку Він посилає, що я маю на увазі, посилає для одного молодого хлопця, одну молоду дівчину. Посилає. Це місія сімейна. Він робить так, що їхні дороги сходяться, і сходяться двоє людей, які дивляться в одному напрямку. Сходяться двоє людей, які розуміють ціль і пріоритети своєї сім'ї, свого сімейства. Я хотів би зараз порозважати над деякими ілюстраціями Божого Слова, брати і сестри, які показують нам певні сімейства, які були в минулому, в історії Ізраїля, в історії Нового Заповіту, людей, яких використовував Бог, або люди, які, власне, не йшли за Божим планом і за Божим наміром. Отже, повертаємося до тексту, який я прочитав із книги «Числа». Бог звертається до Ізраїля і каже, коли вони виходили, була їхня подорож. Це не так просто, брати і сестри, подорожувати. Навіть на автомобілі не так просто. Брати підтвердять моє слово. Якщо ще один-два автомобілі, ще нормально. Але якщо вже колона 3-4 або 5, це вважайте, що потрібно мати 2-3 години запас, щоб всім вчасно приїхати, щоб не сталося якоїсь пригоди або щось інше, тому що цей гурт – це техніка. Уявіть собі, виходили багато сотень тисяч Ізраїлів. Виходили з Єгипту. Бог наказав Моїсею, Арону, ви маєте вивести мій народ. І уявіть собі, брати і сестри, яким чином можна було пройти
Скільки народу, скільки худоби, домашнього скарбу, дітей і так далі, і так далі, і так далі. Весь цей огром народу, який рухався полями, степами, пустелями, йшов до своєї конкретної цілі. Але я хочу про інше. Наш Бог, якому ми служимо, якому служать наші браття, які сьогодні навідали нас, є Богом порядку. Він є Богом точності. Він сказав до Мойсея, ти маєш зробити дві чеканні труби. Вони повинні видавати спеціальну мелодію, будуть люди відповідні. І знала кожна ізраїльтянка, коли чула звук сурми, що це означає. Чи хапати биття на руки і спішити збирати пожитки, тому що через годину в похід збирається народ. Чи спокійно робила свою справу, десь там готувала, може, на казанку їжу, на огні в казанку. А чоловік спішив, бо там був збір для мужчин, або для старіших, або ще. І Бог каже до Мойсея, сини Ізраїлю повинні ставити свої доми, племена повинні стояти під прапорами своїми. Трудно було, брати і сестри, в тих сотнях тисяч людей так розбити табір, щоб було зрозуміло, де і кого шукати. Але було власне так. Не було проблем знайти, де одно плем'я, де друге, бо височило над трьома племенами, над чотирма один прапор. А решта сімейства, каже ваші, кожне має стояти під знаком, за ознакою домів ваших батьків. Ваші сімейства мають стояти під відповідним знаком. Я колись в музеї бачив сімейні герби, сімейні прапори, родині.